душа болит и горит от того, что с ними было в 2011 году. Вот недавно было, активистов всех посажали. Но они, несмотря на это, они не боятся, идут, потому что за ними правда. В 2011 году в них стреляли, поубивали, посадили. Недавно активисты поглотали ложь и в самом прямом смысле этого слова, что есть ненормально. И сегодня эти люди продолжают биться. Я хочу сказать, что Жанаузен это такой же город Казахстана. Почему мы, казахи, молчим? Это наши казахи, это наши казахстанцы, наши люди, которые не молчат. Я, мамочка, с маленьким ребенком не молчу. Почему ты молчишь? Почему ты молчишь? Наши земли уходят, мы теряем свою независимость, мы теряем свою государственность. Как жить так дальше? Как? Почему мы молчим? Я поддерживаю Жанаузен. Мне обидно до слез. Это наша земля. Это наш Казахстан. Так продолжаться не может. Мы должны биться за свои земли. Где нам жить? Это наша земля.